Представьтесь, пожалуйста, еще раз. Я не буду ничего представляться. Значит, данный сотрудник компании Хамид. Производство работ выполняется с нарушением технологий. Значит, на данный момент ни техзадание, ни наряд допуск на производство работ. На каком основании дорога перекрыта? Нету никаких документов. Сотрудник не представляется и не останавливает работу. На каком основании он здесь производит работы, документы никакие не представил. Работа ведется с нарушением технологии. Баршовская 36, Баршовская 38. Кто вам дал указание так работу производить? Указание, кто вам дал так работы производить? Кто у вас старший? Старший, кто у вас? Ну как открой дверь. Старший, кто у вас? Почему вы так работы производите, нарушаете? Старший, кто у вас? На каком основании вы это делаете? Коля, закрывай дверь, не слушай, все. Представьтесь, пожалуйста. Бородавкин Роман Александрович. На каком основании вы у меня требуете? Я житель этого города. Ну и чего? Вы нарушаете технологию производства. Покажите технологию производства. Чего я нарушаю технологию? Вы неправильно производите работы. В чем я неправильно произвожу? Технологическую карту покажите. В чем я неправильно произвожу? Покажите технологическую карту на производство работ. И представьтесь вообще. Вы не имеете права производить Почему работы. Почему я не имею права производить? Потому что оно у вас должно быть на руках. У меня нет его с собой. Кто ваш начальник? Я уже все говорил. Повторите, я записываю. Я не буду говорить. Повторите, я записываю. Я не буду говорить, я все уже сказал. Значит, прораб отказывается представляться и отказывается называть своего начальника.